Одессу посетил глава Тульчанского уездного совета Румынии, президент еврорегиона Нижний Дунай Хория Теодореску. В ходе визита гость принял участие в рабочем заседании с участием председателя Одесской облгосадминистрации Николая Скорика. Во время встречи стороны обговорили пути межрегионального сотрудничества Одесской области и уезда Тульча. Создание еврорегиона Нижний Дунай для всей Украины является значимым проектом. Достижение гармоничного и сбалансированного развития экономической деятельности в пограничных регионах наших стран – одна из целей украино-румынского сотрудничества. Решение ряда вопросов и проблем в сфере охраны окружающей среды, обеспечение соответствующего уровня занятости и социальной защиты населения, интеграция транспортной системы – вот далеко не полный список вопросов, решить которые призвано двустороннее соглашение. Из бесед с главой облгосадминистрации Николаем Скориком и другими должностными лицами я узнал, что украинская сторона очень далеко продвинулась в реализации наших совместных проектов и даже перегнала румынскую сторону. Я подчеркиваю, в реальных действиях. Я уверяю вас, я очень серьезно настроен на то, чтобы в ближайшее время ускорить действия с румынской стороны, чтобы процесс был гармонизирован.